Вкусно? Конечно. Да, может, тоже прямо какой-то ажиотаж. Слышишь? Голодали люди, голодали. Голодали люди. Но вкусно тоже пахнет, очень вкусно пахнет. Камвел, ты великий повар. Великий повар. Здоровье. Еще раз скажи. Я говорю, на здоровье всем. Да. И согласись, когда культурно приезжает в кафе, культурно всех кормит, потом культурно убирает за собой, правильно? Все убирает. И, соответственно, все довольны. И экология не нарушается, и все в порядке. Природа должна быть всегда чистой. Конечно, это чего стоит. Соответственно, внедорожное кафе «Сборы 4х4» может легко выезжать на территорию проведения любого внедорожного, официального, неофициального мероприятия, либо торжества какой-то культурной программы на природе под открытым небом. То есть все open-air мероприятия мы обслуживаем, мы можем спокойно, совершенно спокойно на природе, в любой точке, GPS-координат выложить информацию, то есть обеспечить питание от 10 до 300 человек единоразово по Москве, Московской области без проблем. Слышишь? Да, конечно. Внедорожное кафе «Сборы 4х4», то есть любой каприз за ваш счет, господа. Любой. Но выезд у нас всегда бесплатный, вы знаете об этом. Единственное, будет проведен анализ по всем мероприятиям и наиболее популярные мероприятия, то есть где более серьезные организаторы и так далее находятся. То есть только в этих местах оно появляется. И все эти организации должны состоять в сборах 4х4, потому что сборы 4х4 дают единение, объединение клубов. Она не бабахнет, она что-то так-то дымит. Все рассчитано. Они сейчас пропотеют, да? Все, ты видел, ты посмотри. Так умеет только Самвел. Я такой технологии разведения, значит, мангала еще никогда не видел. Тем более у тех, кто засоряет нашу окружающую среду. Это получается у тебя и углей меньше уходит, правильно? Углей меньше уходит. То есть ты еще этим самым делаешь так, чтобы лес надо было меньше вырубать. Конечно. Во всем надо экономить. Даже природа надо. Я просто скалею, сейчас будет проблема, давай. Сейчас тут калики наехали. Не надо снимать! Я стал!